5 ноября Церковь празднует память святого апостола Иакова, брата Господня. Святой Иаков был сыном праведного Иосифа Обручника от первого брака, то есть являлся сводным братом Господа Иисуса Христа. По преданию, он сопровождал своего отца, Пресвятую Деву и младенца Христа во время бегства в Египет. Затем, когда Господь Иисус Христос начал проповедовать, Иаков стал его учеником. После сошествия Святого Духа на апостолов в день Пятидесятницы святой Иаков проповедовал в Иерусалиме. Его духовный авторитет был настолько велик, что он был избран первым иерусалимским епископом. Апостол Павел в своих посланиях именует святого Иакова столпом церкви Иерусалима наравне с апостолом Петром. Даже иудейский историк Иосиф Флавий упоминает о святом Иакове как о праведном человеке, любимом людьми. По навету противников христианской веры святой Иаков был казнен в начале 60-х годов первого века. Апостол Иаков считается автором одноименного послания, входящего в состав Нового Завета. Прежде всего, святой Иаков призывает верующих быть твердыми в искушениях. «Блажен человек, который переносит искушения, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». Еще апостол предостерегает верующих от гнева. «Всякий человек да будет медлен на гнев, ибо гнев человека не творит правды Божией».